Торжественное посвящение в казачата прошло в детском саду номер 15 поселка Ильский. 36 воспитанников детского сада вступили в свой первый значимый статус. На протяжении 2 лет ребята знакомились с казачьей историей и традициями через песни, танцы и веселые игры в стенах дошкольного учреждения. Как признаются родители, воспитывать будущего казака – большая гордость для семьи, тем более, что интересно это в первую очередь самому ребенку. Поздравить со знаменательным событием юных казаков и казачек пришли атаман Северского района Александр Дедов и протоиерей Ильского Свято-Никольского храма отец Кирилл. И, как оказалось, день, когда в ряды казачества вступают представители молодого поколения, стал волнительным не только для самих ребят. Работа с молодежью, работа с казачатами – это первостепеннейшая наша задача, и самое важное, что мы должны делать – это наше будущее. И глядя на этих детей сегодня, на их чистые глаза, на то, как они стараются, на то, сколько у них в душе отклика вызывает это мероприятие, как они понимают важность всего происходящего, видишь, что цели наши достигаются. Конечно, мы с ними будем работать и в дальнейшем, будем, и атаман будет станичный к ним ходить, и кураторы будут с ними заниматься, и мы будем их постепенно-постепенно выращивать, воспитывать в них патриотизм, воспитывать в них любовь к своей родине, и к большой, и к малой. И таким образом будем спокойны, что будущее нашей страны будет надежным. Показав свою удаль и знание казачьих традиций, юные казачата получили наставление от атамана. По старой традиции отец Кирилл, как представитель церкви, благословил новоиспеченных казаков и казачек. После чего ребята дали самое первое и самое важное обещание в своей жизни – достойно служить своей родине. Мы, воспитанники казачьей группы детского сада «Березка», торжественно обещаем соблюдать дисциплину, уважать и слушаться родителей, воспитателей, наставников и старших. Обещаем!